с 2014 года при участии региона и муниципалитета газифицированные микрорайоны Северный, Старая Гальянка, 9-й поселок. В настоящее время ГАЗЭКС ведет строительство сетей на голом камне. Затрачены очень приличные деньги, но ожидаемого результата, к сожалению, на сегодняшний день не достигнуто, поскольку доля газификации вот в выше названных районах значит, составляет в среднем по городу 21%. Одна из причин того, что возможность подключить газ жителей частного сектора не используют, связанные с этим значительные материальные расходы, которые порой вызывают вопросы. Мы начали с мужем строить дом. Вот. Когда дело дошло до газа, мы обратились в газовую службу ГАЗЭКС. И чтобы подключить наш дом, именно сделать врезку, а это получилось 12 метров, нам насчитали сумму в 72 тысячи. Почему не мне выставили именно такую сумму? По соглашению, заключенному городской администрацией и ГАЗЭКСом, в 2020-2023 годах планируется создать условия для подключения к газу еще более чем 1000 частных домов. Это микрорайон «Старая вагонка», там это перспективный микрорайон для газификации, это 700 домовладений. Микрорайон «Горбунова» – около 200 домовладений. Микрорайон «Старая Выя» – около 100 домовладений. И микрорайон «Смычка» – около 200 домовладений. В перспективе строительство сетей в Евстюнихе, Верхней Черемшанке, Ольховке, Пырловке. Перевод на газ угольных котельных Черноисточинского гидроузла и загородного оздоровительного лагеря «Уральский огонек». Алексей Алексеев, Вадим Усков, Егор Егошин. Новости Тагил ТВ.